следующий урок. Сегодня я получила вот, вот таких вот костюмчиков, и хочу вам их скорее показать. Прислали мне их очень быстро, они были отправлены 18 августа, а сегодня 2 сентября, мы их уже получили. В состав костюмчика входит белая футболка с кругляшом M&M и зеленые бриджи с надписью на попе. Вот так выглядит развернутый костюмчик, белая футболочка. Хлопок. Не знаю, может быть, чуть-чуть с добавками, но такой достаточно приятный на ощупь. Рисунок четкий. Это у нас рост 110. В принципе, наверное, он идет в размер, этот костюмчик. Ну, может быть, на худенького ребенка. Ну, на 105 на крайняк. Сзади тоже нарисована мордашка. И вот такие вот бриджи зеленые с нашивкой спереди. И с надписью на попе. Надпись, правда, сделана как-то не очень читаемо. Made in Dye Rocket Factory. Да. Немножко пахнет, но, в принципе, ничего, быстро этот запах выветрится. Так очень хорошенький, симпатичный костюмчик. Особенно белая футболочка красивая. Порадовала. Вот. Такой вот.